О дождях и таянии снегов пенсионер Виктор Черноусов узнает, не выходя из квартиры. С потолка начинает капать или того хуже, отваливается штукатурка. Вот уже несколько лет подряд пенсионер встречает перемены погоды с ведрами и тазами. По словам мужчин, особенно сильные протечки бывают весной, когда снег на крыше дома активно превращается в воду. Ну, как приходит весна, так ставим тазы, все капает. До низу доходит, и соседка прибегает. Каждую весну у нас это течет, и не знаем, как это будет. Ходили в дом управления, и никто ничего не делает. В соседней квартире, где живет семья Бурдуленко, ситуация еще хуже. Потолок в ней давно отваливается кусками. Крыша в этой квартире едет в прямом смысле слова. Из-за дырявой кровли потолочные плиты промокли и провисли, и в любой момент могут рухнуть. От протечек начинают разрушаться и стены, и без того ветхого дома. Возмущенные жильцы делают вывод: коммунальщики только рапортуют об уборке снега с крыш. Не чистят совершенно. Вот у нас сколько времени сосули висели, по 2-3 метра, они ничего в этом году даже не подходили. Ну, конечно же, страшно, тем более у нас аварийные дома, и этот дом, и тот дом. Компания «Лидер», как называется, она, в общем-то, какие-то вкладывает свои усилия, но эти усилия не до конца не доводятся. Управляющие компании, в свою очередь, уверяют, что крыши от снега чистят регулярно. А в ответ на претензии жильцов сообщают, что латать кровли начнут, когда все растает и высохнет, то есть летом. А чистка кровли вот по этому адресу производилась в этом году? Да, конечно, регулярно производится. В подрядную организацию заявка была от 30 числа. Соответственно, выйдут специалисты, все проверят, будет составлен акт осмотра. И на основании акта будут проводиться работы в летний период. Юристы советуют жильцам в ожидании ремонта написать заявление в управляющую компанию с требованиями компенсировать ущерб. Дмитрий Копанцев, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.